Защита Анатолия Быкова обжалует его арест. Адвокат бизнесмена Алексей Прохоров уже подал апелляцию в краевой суд и надеется на смягчение меры пресечения. Быков сейчас находится в СИЗО. 8 мая Свердловский районный суд арестовал его на 2 месяца, пока идет следствие. Напомню, спецоперация по задержанию экс-депутата Заксобрания проходила 7 мая в его загородном доме в Удачном. Следователи подозревают его в организации двойного убийства 26-летней давности.